медиапортала Сети АТВ на презентации первого музыкального клипа молодого исполнителя Руаз на композицию «Ностальгия». В зале собрались друзья и коллеги музыканта. Они с нетерпением ждут премьеры. Немного о вашем творчестве, именно вот к какому жанру вы можете отнести свое творчество? Вообще я люблю очень классику, но я пытаюсь классику совмещать с поп-музыкой современной. Вот сегодня будет звучать мое произведение «Ностальгия», и послушайте. То есть это произведение сегодня услышат впервые все, то есть никто до этого его не слышал? Нет, впервые сегодня увидят клип. До этого его слышали, но его сегодня будем исполнять живьем. От рока до джаза. Клавиши, гитара, ударная установка, скрипка и даже осетинская гармоника органично звучат друг с другом. Живой концерт талантливых исполнителей в жанре эстрадной классики перед главным событием вечера – презентацией клипа. Заур Хитагуров под псевдонимом Руаз мастерски владеет классическими и народными инструментами. Он проявляет волю фантазии и независим от стандартов. Очень интересно, а знакомы ли вы вообще с творчеством Руаз? Ну, конечно, знакома, иначе я бы, наверное, здесь не присутствовала. Я пришла поддержать своего друга. Считаю, что он пишет очень неплохую музыку. Вижу перспективы работы с ним, у меня есть пара идей. Сегодня я тоже спою в подарок. Идея снять клип возникла еще год назад, но воплотить ее в жизнь решились только сейчас. Режиссер клипа Хасан Кариев буквально за несколько часов до съемок кардинально изменил тематику сюжетной линии. После он собрал нужных актеров и приступил к делу. Сняли клип всего за 3 дня. По сути, этот клип о том, что нужно пережить проблему, нужно пережить какую-то личную трагедию, личную драму, и идти дальше вперед. По смыслу он очень понятен, по настроению и по форме подачи клип. Причислил бы его к жанру такого футуристического нуара. Благодарна ему за то, что мы какую-то связь имеем с этим клипом, потому что он просто идеален. Сейчас, когда мы просмотрели, я думаю, у всего народа встали мурашки. Так что побольше процветаний, побольше клипов и побольше, чтобы он нас приглашал. Специально для Сети ТВ. Заура, и первый раз мы познакомились с его композициями. Да, на самом деле, когда Заур попросил принять участие в презентации, я был удивлен, поражен, что Заур пишет музыку, и, наверное, как и все, теперь являюсь поклонником его творчества. Специально для Сети АТВ.